Друзья, сейчас читаю новости, смотрю, оказывается, Дава Манукян, парень Ольги Бузовой, ее потихонечку, короче, бил, со слов Ольги. Она вот жалуется, что Дава зверь такой, лупит ее. Слушай, Дава, ну ты же нормальный вроде парень, да? Бьешь Ольгу, но она маленькая такая, кого там бить? Знаешь, я тебе что предлагаю? Давай лучше мы с тобой выскочим по правилам бокса. И я тебе уверяю, что со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой. Бывший игрок в американский футбол, экс-регбист, пауэрлифтер, обладатель звания «Самый большой бицепс в России» Денис Вильданов вызвал 22 января на боксерский поединок блогера Давида Манукяна. Спортсмен решил отомстить Даве за его бывшую девушку, певицу Ольгу Бузову, опубликовавшую фрагменты переписок с блогером, в которых она назвала его чудовищем и обвинила в избиениях. Кроме того, 22 января спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов поддержал Бузову после расставания с Давой. Он отметил, что в конфликтных ситуациях медийные люди часто выносят ссор из избы, а потом понимают, что не нужно было это делать. При этом он пожелал Бузовой счастья. В настоящее время Вильданов уже готовится к бою, который пройдет в феврале против самбиста, бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, которому экс-футболист пообещал пустить кровь.